В ночь с 29 на 30 сентября на улице Мира в Сарапуле произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 45-летний водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем полиции УАЗ со включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП три сотрудника полиции, находившиеся в салоне служебного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести, говорится в сообщении. Отмечается, что водитель автомобиля Opel также получил травмы и был госпитализирован. В ходе медосвидетельствования выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.